Бриллианты. Потрясающие камни, которые должны быть у каждой женщины. Я не мыслю женского гардероба, ювелирного, без бриллиантов. В каждой шкатулке обязательно должны быть бриллианты. И желательно, конечно, не один, два, а то и три. Сегодня у каждой из вас, милые дамы, есть возможность заполучить бриллианты в свою шкатулку, причем по максимально доступной цене. Я предлагаю вам комплект с бриллиантами. Сейчас вы видите на своих экранах стоимость серег. Обратите, пожалуйста, внимание, это специальное предложение. 2699 рублей за серьги. Вы можете выбрать любое сочетание. В основе у нас серебро в обоих случаях. И у нас есть серебро родированное и есть серебро в золочении. Родированное серебро выглядит как белое золото. Очень износостойкий материал родий. Именно поэтому идеально подойдут такие украшения на каждый день. Ну а позолоченные украшения — это великолепная альтернатива золоту. Гораздо более доступная, но на взгляд абсолютно неотличимая. Я хочу, чтобы вы сейчас разобрались с тем, что такое золочение. Золочение – это покрытие золота. Увы, почему-то в последнее время я встречаю такие мнения, стереотипы, что это покрытие каким-то металлом, напоминающим по цвету золото. Ничего не напоминает. Это и есть золото. Выбирайте свою расцветку и обратите внимание, что нежное вдохновение – это комплект. Конечно же, к каждой паре сережек предлагается кольцо. Вы можете его заказать, можете остановиться на серьгах, можете заказать позолоченные серьги и кольцо вроде, если вы любите сочетать металлы в своем образе, но при этом важно, что у вас обязательно должны быть такие сочетания, то есть вы обычно носите материалы разные, разные металлы. Милые дамы, наверное, никогда еще бриллианты не были так доступны. Нежное вдохновение – это наш бестселлер, то есть это украшение, которое пользуется неизменным спросом, оно и понятно. Посмотрите, в сережках за серебро, за родий, в данном случае за золото, это два металла в каждом украшении, и за бриллиант вы получаете вот такое великолепие всего лишь за 2699 рублей. И сразу же, для всех тех, кто смотрит нас впервые, кто еще не в курсе, какие супер предложения бывают на канале Shopping Show, я демонстрирую паспорт. Итак, в основе серег серебро в любом случае, и в этом случае, только здесь оно золоченое, здесь покрыто родием. И то, что нас особенно интересует, это два круглых бриллианта, 17-гранные. Великолепные камни в круглой огранке, собственно, бриллиант должен быть круглым. Собственно, это его и отличает от других камней. В круглой форме раскрывается вся прелесть бриллианта. Весь его потенциал, камень, его игра идеальны именно в круглой форме. Но я отдельно хочу сказать и об оформлении. Знаете, мне напоминает змейку такую волшебную. Вот эта форма и в сережках, и в кольце. Если вы включите свою фантазию, возможно, вы увидите что-то свое, некий свой образ. Выбирайте вариант оформления. Вот что вам ближе. Если у вас в основном золото в вашей шкатулке, тогда, конечно, я посоветую вам золоченую версию, вот эту вот. Напоминаю, что есть еще и кольца. Если же вы предпочитаете носить белое золото или серебро, то для вас родированный вариант. Обратите, пожалуйста, внимание на вес. Украшение, неважно в каком оформлении, весит более 2,5 граммов. Если бы эти серьги были золотыми, их цена только за то, что они золотые, начиналась бы с 12-13 тысяч рублей. Но у нас еще бриллианты. Наши с вами, милые девушки, лучшие друзья и камни, которые должны быть в шкатулке каждой женщины. Считается, что бриллиант — это камень второй половины дня. Это вообще вечерний камень, поэтому, безусловно, я рекомендую вам именно на вторую половину дня подбирать образ к этим замечательным бриллиантам. И, конечно же, я очень-очень надеюсь, что вы закажете комплект. Очень выгодно на нашем канале оформлять именно гарнитур. Бесплатная доставка 4900 рублей. Обратите, пожалуйста, внимание, серьги можно даже по-разному надеть. Вот тот образ змейки, который я нарисовала. Кто-то, может быть, увидит тут даже образ восьмерки или образ бесконечности такой, несколько измененный. Но нас с вами всегда интересует не только, насколько это красиво. Мы задаем себе вопрос, а насколько это удобно. И в данном случае получаем абсолютно утвердительный положительный ответ. Это очень удобно. Классический английский замок. Вы видите даже несколько заниженный штифт. И что приятно, камень, бриллиант находится на возвышении. Видите, такими лапками зажат. Когда и где еще вы найдете такую доступную цену на бриллианты? Два бриллианта в серебре, либо родированном, либо золоченом за 2699 рублей. Золоченая версия – это классика жанра, действительно, более чем традиционное, я бы даже сказала, академическое сочетание позолота, либо золота и бриллианты. Ну, а что касается серебра, это нововведение, это мода. То есть, если
если вы хотите выглядеть модно, стильно, если вы следуете всем трендам, всем ювелирным тенденциям, я вам советую в родированном серебре. Даже самые-самые старинные, я бы сказала, пафосные ювелирные дома в последнее время выпускают целые коллекции бриллиантов именно в серебре. Поэтому не надо думать, что вы тут экономите сейчас, и у вас будет такое среднестатистическое украшение. О нет, милые дамы, бриллианты никогда не бывают чем-то средненьким. Если вы выбираете бриллианты, вы выбираете украшения премиум-класса. Это уже элита ювелирных изделий. Никогда, никакое, даже самое простое кольцо с бриллиантом нельзя отнести к чему-то средненькому и простенькому. Это всегда высший класс, высший уровень. И сегодня он доступен, но заметьте, что эта цена актуальна только сегодня. Что значит, что она актуальна только сегодня? Только в течение этих суток. Либо, заметьте, у нас это часто бывает, пока этот товар не закончится. Да, такое случается, когда у нас очень необычный лот по максимально доступной цене, он заканчивается раньше, чем заканчивается акция. Это я веду к тому, чтобы вы не ждали какого-то следующего шанса, следующего момента. Не надо начинать жить с завтрашнего дня, со следующего месяца. Надо прямо сейчас использовать эту возможность. Ну или тем более, если уж вы поставили себе целью начать новую жизнь с понедельника, начните прямо здесь и сейчас эту свою новую жизнь. Пополните свой ювелирный гардероб бриллиантами, либо начните свою личную бриллиантовую коллекцию. А если она у вас уже есть, тогда продолжайте свою бриллиантовую историю, блистательную ювелирную историю. Украшения с бриллиантами – это всегда высший ювелирный пилотаж. И я считаю, я в этом твердо убеждена, что украшение с бриллиантом не должно быть сложным, потому что в центре внимания здесь именно бриллианты. А вот металл – это уже оправа. Все внимание должно быть привлечено к ставке.